23 апреля в конференц-зале управления ГОЧС города Каспийска состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа. Отметим, что прошло собрание под руководством заместителя главы Каспийска Забира Загирова. В ходе заседания на повестку дня были вынесены три основных вопроса. Об итогах работы МКУ управления ЖКХ города Каспийска по проведению отопительного сезона 2023-2024 годов и задачах на 2024 год, о подготовке объектов жилого фонда социального значения территории Каспийска к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года, а также подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах города к купальному сезону 2024 года. Говоря о купальном сезоне, с докладом по данному вопросу выступила начальник отдела ЗНИТ МКУ управления по делам ГОЧС города Каспийска Валентина Джабраилова. Она рассказала о плане мероприятий подготовки к предстоящему сезону, который должен быть выполнен до 20 мая текущего года. В рамках данного плана будут установлены буйки, отремонтированы имеющие туалеты, беседки, раздевалки, установлены баки для ТКО, заключены договора с ГУП «Дезинфекционист» для проведения дезинфекционных мероприятий на водных объектах и многое другое. Кроме того, в ходе заседания было известно, что ремонтные работы завершены, подача водоснабжения возобновлена. Об этом сообщила диспетчерская водоканала. Отметим, что в мероприятии приняли участие начальник УЖКХ города Каспийска Мурат Алекберов, главный инженер филиала ПАО «Каспийское предприятие» Абдул Лачинов, директор МБУ «Зеленый город» Магомед Багамаев и другие. Завершилось заседание подведением итогов и постановкой задач руководителям объектов.